по кошерке на МКАД. Давление в колесах проверил. Поедем на Митина, я им сейчас позвоню. Почему? Ну что там, меня опять начал бросать? Ну, не понял еще раз. Потому что пора сказал нахуй, да на армии там нахуй не будет. Эфир 15-го канала. Общение дальнобойщиков. Возможно, ненормативная лексика. Так что не сердитесь. Навигатор Айго Прима. Продолжайте путь более чем 1 километр. Так, время старта. Сейчас посмотрим. Время старта 10:11. Это радар, это навигатор. Айго Прима предупреждает о камере. Ограничение 40. Предупреждает радар-детектор. Базовая комплектация. Круиз-контроля нет. Шкода Рапид, коробка автомат, 16-го года выпуска, кажется. Так, заправился на 1000 рублей. Показывает 3/4 бака. Богом. Да ёб твою мать, блядь. Что ты, блядь, козёл? Неадекватов как грязи, блин. Чё, догнал, да? Падла.
Лукашенко выезжает. Двигаемся в сторону МКАДа. Нет, родная моя, поедем по Каширке. Там на развязке. На развязку уже на МКАД, блин. Алло. Что я делал? Ё-моё! На почту забыл заехать. Возвращаться не буду. Надо было на почту заехать. 50 минут, может быть.
фигня какая-то. Блин. Да, ребят, все есть, проверяю. Ответьте, пожалуйста, как слышно? Я нормально слышу. Пятерочка в районе Шипиловска. Возле отеля «Милан». Всем спасибо. Скользко чувствуется, как машину немного подводит. Хоть резина и шипованная, но все равно сцепление с дорогой не очень. Так, развязка кошельки и МКАДа. Продолжайте путь более чем 20 километров. До кошельки, до МКАДа доехали без пробок. Сейчас будем проезжать это место. Развязку. По-моему, Люблинская развязка. Какая обстановка там? Продолжение следует...
Внутренняя сторона МКАДа, пробка. Откуда вы там почту. Да. А там это 100 рублей заплатишь, ладно, то там мы. Ну, все, как-то. Амурская, дом 1. Спасибо.
Я тут попрошу очку на Островной Амойской улице еду. Термометр показывает 1.5 градуса плюс. Сейчас у меня стоит программа на Айго Прима прошлого года, 15-го года. Не знаю, насколько изменилась карта в навигаторе с реальной картинкой, но посмотрим. Очень мягкий, как и на Фабия. Малейшее движение, машина тут же реагирует. Идет легко. Хороший автомобиль. Повторяю, автомобиль. Шкода Рапид, коробка автомат, базовая комплектация, резина зимняя шипованная, круиз-контроля нет, радиоприемника тоже не было. Эфир 15 канала. Общение дальнобойщиков, возможно, ненормативная лексика. Пятый пикает удар-детектор, нейтроник. Системой навигации Айго Прима. 15 обновление. Да, давай, подъезжай. Вот
вы сейчас слышали туфлю Солеру. Где-то на трассе торгуют топливо. Качество, ну, я бы не рискнул бы, например. Купит, а потом кому-то продаст. Ребят, подскажите, а М5 в сторону области откуда встает? Первая эстакада. Встает эту выстрелинскую маску. Спасибо, ребят. Что я хотел говорить? Небольшое затруднение на МКАДе. Может ДТП, может ремонт. Внутрь у него никто не будет полтинчик сдавать, куплю на кошельке. Покупает соляру 50 литров. МКАДа хорошо принимаю. А ну прянки, топливо, вокруг полива, ребят. Ну, давай, проходи, вперед меня залезь, сейчас вот надо пить. Самое муторное – это вырваться из Московской области. Там-то уже попроще будет. Транспорта на МКАДе. Больше груза дальше второй полосы не имеют права двигаться. Это чувствуется, что первые две полосы заняты. Движение еле-еле. Двигаемся по средней полосе. На мой взгляд, самый оптимальный вариант. Посмотрим, что там дорожники. Так, нам... километр.
постараюсь максимально привязать комментарии к видео. Буду небольшими фрагментами трындеть. Подводку на грузовой автомобиль, тахограф с шайбой. Вот, пожалуйста, любой тахограф, который предназначен контролировать работу водителя большой груза, вам это корректирует, все что угодно сделает. Автомобиль новый, пробег всего 136 километров, поэтому будем ехать не очень быстро, скажем так, в период обкатки.
Повторяю. Автомобили Шкода Рапид. Парни, никто не видел, как там Горьковка движется в область? Коробка автомат. Зимняя резина, базовая комплектация. Часто спрашивают, в каком автомобиле... Парни, если в канале кто подскажет, Горьковка как там движется? Ничего, более-менее так, но как обычно на светофорах тыркается, но таких глобальных нет заторов. Я это удачи. Взаимно. Спрашивают, на каком автомобиле я езжу. Каждый раз разные. Например, Москва-Сочи, Шкода Фабия. В данный момент Шкода Рапид. Какой автомобиль будет в Иркутске, не знаю. Пока. А, нет, там тоже Шкода, по-моему. Дорожники на Рязанке работают, ребята, второй раз. Не успел я разместить Россию из окна поезда Сочи-Москва вторую часть на оставшейся серии. Это будет сделано попозже. Заранее загадывать нельзя. Так, сколько нам... Получилось, по Лутрянке, по Нарусе, куда, ребят, что, объясните?
ребята, никто не пойдет сейчас вот с внутреннего кольца в сторону Новогиреева по Кетинской улице. Там действует левотать нефть, 150 литров. Первый километр. Внутренняя сторона. Да, навигатор завис, зараза. Загрузил навигатор. Работает нормально. Чего он подвисит, интересно. Да, дома как грибы растут. Ты не узнаешь, блин. Переставил.
либо Мазда. Солдатик. Вчера смотрел в интернете другие видеорегистраторы, не помню марку, картинка просто изумительная. Картинка изумительная, два режима, дневной, ночной. Ну, нет координации. У меня есть координаты местонахождения, но нет названия района. Ну, как вот на Акинуре. Так можно было бы взять. Мощная машина. Стоит тоже недешево. 18 тысяч. Ну, недостаток такой. Не указывает местонахождение автомобиля.
здорово раздражает, когда водитель болтает по телефону и ведет себя на дороге, хрен знает как. Сразу по двум полосам может ехать. Маневр совершает, здорово раздражает. Не болтайте, ребята, по телефону, когда двигаетесь. Одно дело кратковременно что-то спросить такое, ответить да, нет, и все. Сидят такие улыбки на лицах дебильные. Напоминаю, автомобиль Skoda Rapid, базовая комплектация, зимняя резина, температура поднялась уже 2,5 за бортом, коробка автомат, круиз-контроля нет. Стартовали в Москве, развиваемся на восток, в сторону Ижевска. Автомобиль новый, пробег меньше 150 километров, расход бензина, сейчас посмотрим, как его проверить. Радар-детектор постоянно информирует о камерах на дороге. Навигатор также подсказывает о том, что установлена камера наружного наблюдения. Дорога мерзопакостная в том плане, что это не сухо и не дождливо. Окно заляпывается среди идущими автомобилями. Кто отправляется в дальнюю поездку, я бы рекомендовал на навигаторе установить две системы Navitel и Aygo Prima. Aygo Prima, он предназначен для больших грузов, для профессионалов. Такая специфическая карта. И я ей пользуюсь. Кстати, я отключил звук на видеорегистраторе. Он тоже предупреждает о знаках, о камерах.
скоростном режиме. Ну а также информирует о положении автомобиля на дороге. То есть габариты и дистанцию. У него есть у этого регистратора Акинори. Есть свои недостатки. Например, нет встроенного аккумулятора, работает только от прикуривателя. И невозможно изменить цикл записи. Стоит 5 минут. И все. Невозможно изменить качество. То есть заводская установка HD. Самое высокое качество. Очень мягкий руль, очень мягкий руль. Но это немного не для меня. Я предпочитаю жесткость Форда. Так, надо остановиться, снять куртку, тут жарко в автомобиле. Из Московской области выйдем, остановлюсь. Что там про Балашиху сказали, что там пихаемся до куда? Можете наблюдать периодически затруднительное движение в Москву. Пробки растягиваются на несколько километров. Это и работа светофоров. Обычно перед светофорами такая картинка. Навигатор. Радар, где навигатор предупреждает как голосом, так и звуковым сигналом.
контроль радиооборудования, можно проверка работы своей радиостанции с помощью эхо-редуктора при запасах подарок. Телефон 8-9-0-5-7-0-0-7-5-0. Повторяю.
много полезной информации можно почерпнуть из эфира во время слушания. Полбака 1000 рублей обошлось. Мой полный бак был 2000. Скорость 80-90. Навигатор X-Play, системы навигации на его прима. Спуск не направляется. На Казани 700, до Нижнего 341, на Владимира 100. И влететь в яму или поймать другую неприятность. Более встречные машины встретят. Вот на данном участке полосы движения разделены центральным отбойником. Все равно стараюсь не ехать. Рано утром подвигаюсь, когда уже расцветет, и, на мой взгляд, торопыки уже едут туда, куда приехали.
где-то пикает навигатор. Радар, детектор молчит. Ну, навигатор пикает, предупреждает о знаках. Потом показывает, сейчас въезжаем в населенный пункт, что установлена камера, ограничение скорости 60. Навигатор реагирует на живой. Так, нам нужно перестроиться в левый ряд. Малая Дубна, на стоянке Золотая Подкова. Устанавливаем люверсы, скобы, боковые ремни с замками, наконечники, пломбировочный трос, резинка экспандер натяжной, лента ПВХ. Работаем круглосуточно. Перестроился в крайнюю левую, потому что крайне правая, они сворачивают на Орехово-Зуево. Водитель любезно пропустил меня, я его поблагодарил. Так, остановился, чтобы снять зимнюю куртку. Жарко. Сейчас вы можете слышать, как работают на АЗС и продаи. Какое топливо они покупают, качество имеет, неизвестно. И заправляться на таких АЗС я бы не стал. Отправляясь в дальнюю поездку, нужно брать с собой канистру бензина среди топлива. Вот Москва и Ижевск тут недалеко, поэтому без запасной канистры. А далее из Иркутска в Москву придется покупать канистру. Дорога двухрядная в каждую сторону, маркировка, широкая обочина достаточно, красная М7. Но вот проезжающие автомобили нябывают грязную пыль, влажную, на лобовое стекло. Приходится постоянно очищаться. Два слова о радар-детекторе. Радар-детектор Белтроник. Радиус приема сигнала от радара или от камеры или от других излучателей до 5 километров в радиусе. То есть заранее может предупредить о засадах и так далее. Несколько режимов работы. Один режим вот у меня сейчас стоит. Режим – это highway, межгород, есть городской режим.
радарный сектор очень быстро привыкаешь, настраиваешь его таким образом, что первые несколько сигналов он подает громко, а затем громкость автоматически уменьшается, то есть привлекает внимание. Чем чаще раздается тревожный сигнал, тем ближе излучение. В каком месте? Ребята, авария, правый ряд, Булакинский, где дорожные работы. Владимира. Наверное, увидел стоящих ДПСников, дернулся, а другой за ним, я так думаю. Владимир, где машина работает?
Показывали вы, скажите, сами из руки педалёв, блин. Подскажет обстановочку на Владимирской объездной. Ни хрена себе. Ребята, обстановку на объездной Владимировской скажите, пожалуйста. Первый раз Владимировской встать по шелкам. Теплик 13, переводим на посылку работать. Благодарю. В сторону Москвы. Так иногда где-то стоят, сейчас уже не помню точно, но мало их. Не превышает 90 километров. Выйдем к Киновьезе в сторону Москвы. Теплело бы вылазили, блядь. Объездной Владимира две машины стоят в начале и на 12 километре. Развязка на нижней прямо Владимир. Повторяю, прямо Владимир, направо Нижний Новгород, объездная дорога Владимира. Собираюсь отменять этот платок. Да что отменится, такая кормушка? Подумай сам. Они нихуя транспортные лохи отменили грузовику. Это тут фотон отменят, ага. Ну я так же подумал. Бред какой. А что можно больше штрафовать? Неизвестно. Присылают гаишники штраф. Платон делает как бы заявку, блядь, в ГАИ, нахуй, гаишники тебе присылают, блядь. А Вентура находится в Звенигороде, которая ждет. Ну, я имею в виду ГАИ. Никто никому больше не прислал ничего. У меня другу уже прислали пятерочку. Это я тоже вот общался, пацаны кричали тоже, президент говорит, 5 тысяч раз, нахуй. Президент берет только 25% оказывается с этой хуйней, с Путиным делится как-то. Прямой эфир, глаз не города. Правительство, сука, со всех сторон ставят, блядь. Скоро жестокие выжмут уже, блядь.
Ребят, такой тогда вопрос. Как они могут штраф прислать, если люди уже проплачивают по компьютеру, у кого самого платона не было, а деньги не снимаются со счета? Виталий, вот рязанец проплатил, но как бы, блядь, проплата еще не прошла, а он уже под камеры проехал. И ему прислали пятерочку, да. А вот у меня на приборе лампочка красная горела до тех пор, пока я не вложил. Вернулся туда, заехал в офис, скинул, и через минут 30, наверное, упали деньги. Лампочка погасла, зеленая, загорелась, я поехал дальше. Думаю, вечером вот буду заглядывать, посмотрю, что там будет. Придумали вообще, блядь, налог, что ли, что-нибудь увеличили. 1 апреля увеличили акцизы на дистопливо с бензин. Слыхал? По 2 рубля еще поливаешь. Ну, я слышал. А типа того налог на транспорт годовой захотели вроде отменить, как поговаривают. Правительство уже посчитало и сказало, если отменится этот налог, потеряет государство 90 миллиардов. Поэтому нет смысла его отменять. Все, успокоились. Да не, я говорю, лучше бы там транспортный налог бы увеличили, чем вот этот платон какой-то хуйню придумали, блядь. Лишний геморрой, блядь. Оплачивай там, просчитывай, блядь. Ну ты с перегрузом не ходи. А вот если будет федеральное обращение президента к россиянам, только вопросы, напрямую можно будет звонить и, блядь, засыпать его нахуй. А то, что мы здесь делаем заплатки, блядь, перекрываем трассы, там это хуйня все. Никто этого не поможет, снимай, не хочу. Нет, конечно. Оля.
Давайте сначала нам по плану.